В эфире программа «Жить здорово» с Маргаритой Балакирской. Британские ученые после длительных исследований пришли к выводу, что правильная осанка во время приема пищи способствует хорошему пищеварению, устраняет неприятный запах изо рта, а также является прекрасной профилактикой мужской дисфункции. Ну а испанские стоматологи предупреждают, что столовые приборы из алюминия разрушают зубную эмаль и способствуют ранней потере зубов. Еще одно интересное исследование провели японские академики. По статистике, 90% людей, которые кладут ногу под себя, склонны к нетрадиционным отношениям. Интересный факт пришел к нам из Новой Зеландии. Мужчины, предпочитающие тесное нижнее белье, менее привлекательны для женщин. Но более успешны в карьере. Берлинские диетологи доказали, что вареный картофель, по их мнению, способствует закупорке сосудов. А консервированные овощи в стеклянной банке с красной крышкой, репус, вызывает длительную, непрекращающуюся депрессию. Также благодаря одному из исследований ученые предположили, что сосиски в натуральной оболочке могут провоцировать развитие раковых клеток. Однако это всего лишь предположение, и оно не доказано. Химики Университета Северной Вирджинии доказали, что обычная керамическая посуда, которую используют более 25 лет, способна выделять токсины. Тибетские мудрецы утверждают, что вода в пластиковой таре увеличивает риск. Интересный научный факт доказали дизайнеры из культурного центра в Брюгге. Согласно их исследованиям, обои темных оттенков вызывают когнитивный диссонанс у мужчин, что чаще всего приводит к шизофрении и летальному исходу. Опаснее этого могут быть только стены, обклеенные старыми газетами. Это тлетворно влияет на сетчатку глаза. Исследователи Калифорнийского биологического университета неожиданно выяснили, что смертельная опасность подстерегает человека в самом безобидном бытовом месте. Личинки сапрофитов, способные проникнуть под кожу человека, были обнаружены в обычном кухонном столе. В
связи с обострившейся сейсмической активностью в средней полосе России ученые напоминают, что самое безопасное место во время землетрясения – под столом. Ну и напоследок главные новости. Ученые, большинство псевдонаучных доказательств, которые вы слышите по телевизору, не имеют под собой никаких оснований. А вот чрезмерный просмотр телевизора как раз очень опасен для жизни. Будьте здоровы!